День Победы сегодня отметили во всех городах и поселках Красноярского края. В Минусинске торжества начались с шествия бессмертного полка. Потом у вечного огня парадным строем прошлись представители силовых структур и молодежных организаций. Горожане возложили цветы к мемориалу Победы и посмотрели концертную программу. В Каннский день Победы начался с торжественного шествия, а самая многочисленная колонна была с горожанами, которые несли портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны. В Назарово в торжественном шествии впервые приняли участие сотрудники полиции. А в селе Балаково Енисейского района также состоялась акция «Бессмертный полк». Односельчане почтили память погибших во время войны. Это была кровавая, очень жестокая война. Таких войн еще наш шарик не встречал ни разу. Дорогую цену мы заплатили за эту победу. О Дне Победы у нас одни воспоминания. Победа одна на всех была. И вот сегодня мы собрались в этот день единой семьей. Знаете, когда война закончилась, этот день я запомнился на всю жизнь. Весь народ знал, что война закончилась. Лиза, иди сюда. И шли выразить общую благодарность нашим воинам за победу.